Теплица Легенда. Вот так вот выглядит перехлёст у коньков. Нижний конек. Крепится он на 19-й саморез. Чуть выше. Чуть ближе к вершине конька. Потом верхний конек ложится. И саморез уже делается чуть ниже, чтобы саморезы не встретились. Все, перехлест коньков. Тут же у нас перехлест поликарбоната. Все красиво и аккуратно. Вот так вот выглядит весь этот перехлест в готовом варианте.